Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание растениям, которые привлекут ваш дом, деньги и финансовое благополучие. Что же это за растения, которые способствуют вашему финансовому благополучию? Далее более подробно мы поговорим в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. И пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Уже давно растениям приписывают самые разные свойства и считают, что они обладают определенной энергией. Если вы хотите стать богатым, необходимо в доме завести обязательно комнатные растения, которые будут вам в этом помогать. И оказывается, растения способны не только очищать воздух, радовать своей красотой, но и привлекать деньги в дом. Итак, поговорим в этом видео о том, какие же цветы приносят деньги в дом. Достаток и благополучие будут в вашем доме, если в доме или в квартире есть хотя бы одно из этих растений. Итак, в доме нужно завести толстянку – растение, которое привлекает магию денег в дом. Толстянка ее назвали за маленькие мясистые листики, которые по форме напоминают монетки. Говорят, если у вашей толстянки листочки мелкие, то готовьте кошелек для мелочи. А вот если крупные, то и бумажные денежки в нем водиться будут. Ни при каких обстоятельствах у этого растения нельзя обрывать листики, потому что это будет означать излишнее транжирство. Кстати, такое растение лучше не покупать, а незаметно оторвать листочек или веточку и потом посадить у себя дома. Стоит лишь поселить денежное дерево в своем доме, как ваше финансовое состояние изменится в лучшую сторону. А чтобы в доме водились деньги, проведите особый и в то же время простой ритуал. Перед посадкой вашего растения в горшок возьмите 8 монет и поместите их на дно, представив себя богатым человеком. Во время полива растения вспоминайте эту картинку как можно чаще и, что немаловажно, четче. Это будет ваша программа на успех. Если же в вашем доме уже живет взрослое денежное дерево, то можно просто закопать несколько монет в горшок. Вы можете привязать и пару красных ленточек с монетками на ветке. Этот талисман будет работать вам на пользу. Глядя на них, вы всегда будете думать о том, что деньги так и идут сами к вам в руки. А чтобы толстянка правильно распределяла свою энергетику, горшочек с ней нужно поставить у окна на юго-востоке. Важно, чтобы растение получало много света и обязательно взаимодействовало с энергией солнца. Идеальный для этого магического растения горшок будет красного, бордового, зеленого или коричневого цвета. За растением нужно тщательно ухаживать, вовремя поливать, вытирать листья от пыли и, конечно же, удалять сухие листочки. Растение за вашу искренность и заботу отблагодарит вас привлечением потока денежной энергии. Следующее растение – это замиокулькас. Его еще и называют долларовым деревом в народе. Это удивительное растение и относят к растениям, которые приносят деньги и везение. Оно смотрится шикарно и совершенно не капризно, но тем самым значительно поможет улучшить ваше материальное благополучие. Растение обладает очень сильным и восприимчивым энергетическим полем, поэтому помогает только тем владельцам, которые его действительно любят. Считается, что если его вам подарили, то его магические свойства только усилятся. Далее герань. И герань – это неприхотливое растение, и оно является символом стабильного достатка в доме. В том доме, где герань дает новые побеги и пышные цветы, всегда будет достаток и благополучие. К тому же цветет это растение красиво и в любом случае будет радовать ваши глаза.
Своим цветением она всегда радует хозяев и наполняет дом положительной энергетикой. Ставить, конечно, ее лучше в спальне, но можно и в гостиной, и в любом из этих мест в доме ей будет хорошо, и она начнет приносить вам благополучие и достаток. А для усиления финансового эффекта нужно каждую неделю поворачивать ее по часовой стрелке. Так она должна находиться всегда в светлом месте. Далее папоротник. Папоротник, но, обращаем ваше внимание, должен быть именно комнатный вид, который называется нефролепис. Если у него пышная листва, то это знак того, что ему хорошо у вас, и тем самым он будет стараться привлечь к вам достаток и изобилие. А для того, чтобы усилить его свойства, на некоторые его побеги при корнях повязывают красные и зеленые ленточки, попросив в этот момент о финансовой стабильности. Магические свойства папоротника были известны еще с древних времен. Даже ходит одна легенда, которая говорит о том, что тот, кто найдет цветок папоротника, способен моментально привлечь удачу и найти спрятанные под землей сокровища. Конечно, к сожалению, папоротник не цветет, и это просто красивая легенда. Но вот в дом изобилие и материальное благополучие он обязательно привлечет. Следующее растение – это драцены. И драцена – именно это растение – это символ финансового процветания. Это растение способно переносить практически любые условия содержания. Ухаживать за драценой совсем несложно. Главное – ее хорошо поливать. Растение привлекает не только деньги, но и удачу в личных делах и способствует везению во всем. Далее фикус. И вот фикус, благодаря своим округлым листочкам, способен принести удачу, богатство и процветание. Его следует ставить при входе в дом. Это растение любит, когда его благодарят за то, что оно поддерживает финансовую стабильность в вашем доме и притягивает денежный поток. Его нужно протирать и гладить листочки раз в 3 дня, и тогда он будет насыщать ваш дом только положительной энергетикой. Иметь фикус в доме к счастью, процветанию и финансовому благополучию, так что не сомневайтесь и заводите себе это прекрасное растение. Ваша вера в чудодейственную силу растений будет только подпитывать их желание вам помочь. Вы действительно сможете достигнуть финансового успеха и благополучия. Все мы знаем, что уход за растениями позволяет успокоиться. А спокойный и довольный человек уже изначально готов к любым свершениям. Он готов впитывать в себя только положительную энергетику. Поэтому, подбирая ваш дом денежные растения, вы можете сочетать разные их виды. И это только поможет усилить поток полезной энергетики и повысить ваше благосостояние.